Давайте тащите куски. Кстати, на тренировочке мы играли с немного другими людьми. Конспирируются. А все наш тут Хаммер там за чайком не пошел. Хаммер. На-на-на-на-на. Чего? Ну, мало ли, что это шо. Ты же любишь у нас очень сильно делать. Не, Макриди. Что? Не обижай моего друга. На-на-на-на. Вы уже там стали анальными друзьями, я смотрю. Я ему вчера в танке отсосал. Я думаю, Макриди обычно обижает другого друга, Филлипса. Хаммер. Хаммер. Я там... Чё? Не обижай моего друга Макриди. Мудянку выключи тебе, мрята, блядь. Да, кто у нас играет там? Капитан первого ранга, морской пехотинец, блядь. Да, ты из этих. Из, как они назывались-то? Обры. Сержант. Стальная хуй знает. МЛ, военкомат, собака, армия, ташкасу. Младший Мичман. Мичман. Все, поехали. Ну, вот, видишь, этот дом? Mm-hmm. Да, я понял, флагом. Кстати, я там не он лучи сквозной. И вот это, скорее всего, будет, который дом перед флагом, ну, за синих, соответственно, когда будем. Понял. На, ты заблудился. Застрял. Обычно там пробегалось. Может быть, было изменение. Кстати, наш стример вылетел. Не обязательно. Похуй на стримеров. Так, я спустился в канал. Я еще постоял, сквозь увидел. За кем перелезть? Напоминаю, что они белые. Желтый, центральный желтый. По мне стреляют слева откуда-то. Похуй знает, откуда били. Камни где-то. У меня один есть. Ближе к каналу пошел. Слева стал. У гаража все еще живут. Блин, ко мне слева. Еще один. Видел, видел. Ну, фаг иду. Это гараж, да? Да. На мельнице один. Бежит по краю право. В центре кто бегает? Я. Еще один. Еще кто-то. Это не наш. В доме я.
кинь гранату за перегородку. Я? Могу я ударить. Хорошо, я кину. Пацан, давай. Не, он ближе. Я дверь. Камняк все у нас справа есть один. Окей. Сейчас пытаюсь снять. Справа на респе один. Снял его. В доме? Да-да. Прям пиздарку снял. Есть. Справа уже у нас, да, Филипс? Я его убил. Ага, хорошо. У гаража не вижу никого. Иду дальше. Где скорострел? Все, пока-пока. Пробегай мимо флага. Блять. Все, одного снял справа. Все, минус 3. Вроде он был в доме на втором этаже между лабиринтом и гаражом. Все, как камняк сидит. Клар, тебе удобнее его снять. Не вижу его. Подбегу. Не убил. Где он? Он все так же слева в камнях. Так, с камнями пока справитесь, он далеко. Попробую по каналу пройти пошустрее. Так, я у гаража, если что. Я справа почти возле мельницы. Один с респа по дороге выходил. Перебегаю к тебе, Хаммер. Не, знаешь что, я по каналу пройду. Так, на крыльях с тобой надо. На мельнице один. Ох, на него Хаммерок. Тут еще один уже должен был прибежать к нему. Блядь. А, одного снял слева, еще в камнях где-то сидит. Еще в камнях где-то будет. Давай, пошли. Убил. С флажками убивать можно? Да. Лечусь. Иди туда. На респе был, да? Я? Он. Нет, скилл был на респе. Он на пацифист лечился. В виду есть один. С той стороны. Справа, то есть. Ближе к лабиринту канала. Между. Наверное, скиф опять в дом залез. Скорее всего, пока у гаража. Так, у гаража видел. Да, у гаража. Перебежал. Там он арест пил. Вижу. Брал. Я просматриваю мост на центре. Блин. Еще один слева. Дома. Слышь. Камерок, он в доме. Или за домом. Который между гаражом, да? Ага. Я прям здесь стою. Сейчас подойду с правой стороны. Дома, которые ближе к центру, к нам приедут. Дома вот здесь дома. Да, покажу.
дверь. Попытаюсь зайти. Давай. Он на втором субусе. Гранату кинул в окно. Попал. Ну, в правой части, над лестницей надо сидеть. Пять. За домом был. Угол за канавой, слева дом угловой, стеклянный, за ним... Нам с респа прошел один, с респа слева, то есть справа, справа. Охренеть? В камнях где-то нахрен, слушай. Угу, я... Рок, ты шел того дома? Да. Снял его. Я вернусь, вроде. А, нет. Еще один будет аккуратно. Слухать? Давайте слухать. Так, я справа от флага, тут у них выходит экспа справа. Да-да, один за домиком, одиночный. Одноэтажный, точнее, вот этот каменный. За ним Рудик. Гранат нету. Все, беги пока дальше. По мне слева стреляют, а потом... Да-да-да. Так, убрал, лечусь. Все, вижу. Убил. Канал убил слева. Кто сейчас мимо дома моего проходил? Так, Родик, у них в доме напротив флага, по-моему, есть. Справа кто на мимо дома есть. Моего проходил? По левой стороне. Возможно, враг. Справа снял. Я давненько проходил. Здесь налет. Так, глухой дом пустой. Значит, напротив. Возможно, маяк. Напротив не вижу. Тоже не вижу. На маяк фраг кинь. Нету. Я на мельнице сижу. Так, Хамерок, сейчас надо респа. Сука, нормально. Одного срубили, один остался. Респа. По дороге? Где? Еще раз. Слева, далеко по дороге. У них еще где-то до ДТ-ки перескрылись флаг. Угу. Тебе надо попробовать пропустить камеру, очень хорошо. Да, да. Пойдем туда по краю пошли. Проверим. На мельнице один есть. Я в камне застрял. Да, меня убили. А дом ближе к каналу двухэтажный. Слева, далеко. После перекрестка. Угу. Судаки. Снял его. Попробуй сейчас по каналу с очка зайти. Жди меня, Ходорок. Один не сможет. Да, врага есть. Все, так, не, зайду с угловой. Бежать. Я не знаю, где он. Я попытаюсь. Тебе нужно будет дом проверить. Да, я иду. Оп, слепцы. Прохожу мимо флага. Блять. Ёпта, нормально. Через пар все еще. Блять, пойдет с канала все-таки заходить. Кто там из вас слева ближе к каналу? Попытайтесь подтянуться. Зайдите сейчас. Я помню сюда? Не, он на докрой стоит. Как Хамерок поджал, надо действовать. По центру левой дороги есть. Забежал в какой-то двор. Подтягиваюсь к каналу.
Я у стеклянных домов у моста. Так, что делать? Ебашь со стороны канала, есть вход в очко, прям перед флажками. Канал не просматривает? Просматривает. Глухой вроде. Глухой? Я был там. В глухом сидит скиф. Ага, понятно. Все, в очко захожу через канал. Давай, я собакаюсь. Нужна помощь, Фил. Иду, иду, я уже рядом. Я галактик зажал здесь. Так, я у гаража. Справа. От респа на стройке, скорее всего. На мельнице или на стройке? Я не знаю точно, где. Развалино вообще. По краю идут. В глухом вроде. Я один еще где-то слева от дороги. Я в доме. Свои, свои, свои! Ну а что ты тогда по мне стреляешь? В ответочку. Убил его. Скипа убил. Да это есть. Я в глухом. Берите. Бери. Слышь, Рос, сейчас к тебе враги пробегут, мол. Центр, центр вышел, центр вышел. Снял центр. Один направо, на край ушел. Так, Хамерок, король здесь, я пойду в центр. Хамер, ой, Макриди, помоги мне тут тогда. Угу, я их. По каналу. Близко. Давай. Я сняли. Все, принес флаг. Не помню. Понял. Маклери, уходишь? Сейчас уйду. Слышь, Фрост, я зачистил. Угу. Заблокируй пидорасу, чтобы не мешали. Ты так же идешь, Маклери? Да, пошел. Я так же. Так. А, да, да, закрывайся. Сейчас проверю еще раз. Оп. Спас. Один готов. Где-то в центре, у сарая. Ближе к каналу. Сейчас иду в центр. Все еще у них. Опасен кровь. Блять, не в. У нас на респе справа в доме. Рядом. У нас? У нас на респе справа в доме, да. Понял, возвращаюсь. На краю почти. Побежал в сторону флага. Баскетболки. Блять, только разменяться смог. Нормально. Пуст. Скиф еще где-то по центру ходит. Проходит. Сейчас я пойду. Один опять справа на краю. Падает далеко? Я уже в них. Я уже тут не стоит. Бля, Тимак в Сэдл прячется. Слева, который. Так, Макрит, ты совсем по левую ходишь? Да. Поляки, кто они там пошли? Дом для прострельщика, слева на. Маквари сместится в центр. Лево пока заблокируем просто. Долго вы там. Окей. Кто возьмешь прошел? Жду тебя. Я справа от тебя прошел. У канала.
Направо сейчас трое сфокусировались. Там был ДДТ, Дензи и Галактик. Слева убил Тимака. Жди Макриди, потом смещайся в центр. Дать Макриди занять позицию. Так, перехожу канал. Кто опять прошел? Кто сейчас прошел? Макриди, не молчи. Я далеко пробегал. Я сейчас справа иду далеко. Я в лабиринте сейчас справа. Так, а канал я... чист. Ко мне кто-то у меня прям, блядь, пробегает. Справа. Вернитесь. Идти. Ты разменялся. Да, отлично. Он там не один. Слева где-то есть Макриди. Ну я в скалах. Филип, справа еще да, флаг вместе сбросите. Потом один направо. Сука. Флаг еще проверять? Да, уха, на камне, на камнях. Спасибо, я на камнях. А я еще посижу. Да, ты сбил, бегу к флагу. Есть кто еще? Флагу подходить. Я проверяй на всякий. Тройки прохожу. Дензель где-то. Слева чумака убил. Я к флагу подхожу просто. Да я убил. Там вдалеке на РСП. У нас. Есть что, мне помогайте какой-то из помощи. Всякий пожарный. У нас уже преимущество флаг, так что делать небольшой флаг. В принципе. Страховки. Парень, он что-то потрашил или как? Он на РСП стоял. Из угла выглядел. Дензель сидит каменный справа с нашей стороны за тройкой. Второй этаж. Перебегает вроде. Так, я справа от тебя против чего буду. У канала. Канале. Слева от тебя перебегает. Слева ко мне. Понял, ты смешаешься на левый центр. А, левый далеко. Разменяли слева. Помогу. Слева есть. То есть справа у водонапорки. У водонапорки справа есть. Понял? Я пробегал вон сюда просто. На краю, да? Где-то здесь. Снял его. Что, Дензель? Дензель, да, себя справа. Я хорошо иду по центру. Я пробегаю мимо тебя просто. Блин, Тимат уже у нас близко. Понял. Центр. Понял. Да, он в лабиринте слева. Пробегай дальше. Я вернусь. Вернитесь. Я близко. Я через канал подхожу просто. Я у них во дворе, Филипс. Я на флаге. Я справа, камнях у них. Убегает на флаг. Филипс, мне нужно, чтобы ты справа убрал Дензеля. Я его ищу. Я у них напротив флага. Снял. Это не он. Да. Больше никого не вижу. Иду к тебе. Добегай мимо тебя просто. Че у меня? Короче, Филипп, смотри, где он, и убивай. Я иду. Каменный, двухэтажный. Этот? Убил. Да. Есть. Ухожу через их. Скифы кто-то еще ходит. Хаммер, ты у них на респе? Я подхожу, да. Вроде бы. Ой! Блин, я на мосту уронил флаг. Прям на моста. Сука, у красного слева.
мосту правая часть. Ее можно снять изнизу, так сказать. Блин. Бля. Ну ладно. На, мой. Он успел. Да, там просто сзади него. Так. Скиф, тихо. Иду на флаг. В детской это свой был? Нет. Нет, враг. Так, Фрости, ты напротив сидишь? Я на стройку сяду. Я прямо на флаге. Угу. Сижу. Я на стройку сейчас. Так, он перебежал на нашу часть дороги. За домом, получается. Что, на стройке ты? Да, на стройке я. Где-то бежит, блядь, здесь. Канал кто-нибудь смотрите? Я смотрю канал. Кто бежит сейчас по дороге флага? Справа тебя должен быть. Понял. Слева снял одного. Он где-то здесь. Он ли в доме или за домом? А не вернулся ли флаг? Флаг вернулся. В центре снял. Так, вижу тебя, Фрости. Возможно, он в дом залезет. Двое справа. Стрёмно, кто-то топает. Так, один прошел в сторону водонапорки. Я его не преследую. Хаммер, примешь его? Сука, он выжидает. Я в горизонте. В лабиринте. Вот он идет в сторону лабиринта. Я прочекал все на детской, не вижу его. Ну, детскую он уже пересек. Ты далеко ушел от нее? Нет, я прям на ней. Вернись на флаг в наш дом, в этот одноэтажный. Он насквозь проходит. Вот он должен быть там. Остальных-то не звать. Тройка кто-то идет. Так, вижу. У меня отсюда есть обзор. Он возвращается. Да, возвращается. Убрал. Убил его. Угу, все, прости, я пошел. Отлично. Только это не скиф, тут скиф еще где-то должен. Не скиф, убей. Это скиф. Только что убил. Пять не осталось еще. Вот, надо еще разок вот нажать. Макриди, оставайся слева, Макуэри, перемещайся в центр или центр вправо. Драйте на леса. Убрал. Макриди, если тебя убьют, вернешься именно на наш флаг кемперить уже. Угу. Я сижу, хаммер у них на респе, слева от мельницы в доме одноэтажном. Слева кто-то есть. В камнях стреляет. Не-не-не, правее. Это дома. Еще двора пересекают. Перебегаю к ихнему респу, с очка сейчас зайду на флаг. Нужна перемога. Детская есть. Втягиваюсь, но могу сдохнуть в любой момент. Так, я за флагом у них уже. Каменному подхожу. Каменному дому двое подходят. Где? Справа снял. Слышите, детский? В маяк закинули. Еще одна. Это я. В маяке граната. Макуэри, слышал, детка? Да. Проверять будет. Да, есть детка. Блять. Блять, не знаю где. Вижу где флаг, вижу флаг. Я убил в центре, еще слева. Возле флага убили. Лабиринт слева. Я разминался, умер. Я знаю. Что, просто побежит? На наш флаг. Можешь чуть дальше сесть. Но недалеко. Камероп, сможешь взять? А, его вернули. А новый? Нет, они уже отреспились. Я пока. Филипс, ты у них еще?
Я умер, когда флаг пытался подобрать. Понятно, значит один. Короче, ищи момент и вытаскивай хотя бы тач. Пробегай на флаг. Башу мне по полной, надо еще разок. Занули. Сзади тебя, на хрене. Слева на респе где-то? Где вас убили? Да, да, слева в лабиринте где-то. Ближе к деревянной двухэтажной. Слева детской площадки. Не вновь всего. Я покажу фрост с моста. Ладно. Попробую тач. Делай тач. Я прикрою. Кто еще у флага? Я прям на флаге. Блять. Сказал. Флагу. Ёбаный гранат. Есть флаг, флаг подходит. Блин, забежали. Я тебя плохо слышу, Филипс. Ладно. Так, блядь. Похуй, перехватывайте. Он был каналы враг. Лабиринт ухожу. Там слева тут на этаж на дороге. Подъем. Так, убегаю вместе, блядь. Слева на подъеме двухэтажный дом. Что я нажал? Отлично. Вижу два вещи. Скиф еще где-то не убили. А это вал ничего как там. Там вдоль канала какой-то хит. Убили? Меня. Блять. Подходит к флагу, берет. Ладно. Опа, еще раз. Флага этого иллюминейтится. Сделаю еще раз тач в таком случае. Сейчас держи тогда флаг, блядь, не дайте я взять. Я пока на флаге сижу. Блядь, Филипп, ты где был? Я меня убили, попросил флаг подержать. Все, я сделал тач и сижу на маяке. По кредиты на флаге? Все. Да, нам. Так. На, 3.17 КД. Нормально. Скриншот сделайте. Угу, уже. А как там спектатор умудрился два раза умереть? Хуй знает. Он вначале как-то умер, а потом ливнул. Под конец. У них справа уже голова краснела, прям чувствовалось. Слева тоже, под конец. Там у них спектатор на самом деле не доработан. И иногда бывает, что ты просто в воде висишь. Покурите спирт, Рудик? Не знаю. Сейчас продолжу перекур. Когда идешь по центру, смотри скалы, потому что по краю у меня их не видно очень. Окей. Иди кури. Сколько у нас там тач-то? 4 тача, один флаг. И у них один тач. Надо было тебе ближе к каналу, конечно, бежать, в случае чего, чтобы всегда можно его спрыгнуть, потянуть время. А там я пошел вдоль канала сначала, но там скиф, он с правой стороны, ну, с нашего флага вышел. Я ушел от него в этот, в лабиринт, а он успел перебежать. Филипс, у тебя есть этот спектатор, который в сети, он в сети, не знаешь? Он на форуме писался, что у него игра крашнулась, это было 20-20. Напиши Орду. Орд в сети я вижу. Угу. Если у него их не игра спросит, тогда пусть заваливает. Или пусть кого-нибудь пришлет. Не, нормуль, хорошо, поражали их. Хэмрок прям вообще сегодня по красоте решил сыграть. Да, я играю, как идет. Не, ну их справа, видишь, справа надо, конечно, продавливать, тогда все нормально. Потому что лево, для, когда мы у них, нам не особо важно, только на отход. Если у них, считай, вот этот Дензель и ДДТ мертвые, тогда легче. Но они все равно слабенькие какие-то. Ну слабенькие, не слабенькие, мы нихуя не 20 флагов сделали. Не особо слабенькие, то что они готовились, это видно.
Аж, в принципе, могли вытащить еще два фара, но они нас перехватили. Да. Другие два, получается. Три, наверное. А нет, последний тачит я так уже сделал. Там времени не хватило. Ну это хорошо. У нас сейчас преимущество. Нам, в принципе, атаковать не обязательно. Вообще. Может быть, сейчас, кстати, знаешь, что? Даже надо давай оборону. До центра доходить, там отстреливаться от обороны и смотреть, если есть возможность проходить дальше, если нет, то сидеть на центре отстреливаться. Не-не-не, сейчас я поставлю меточки на карте. Некоторые у нас будут только в пол, так сказать, атаки. Вот на детской площадке стеклянный дом выходит прямо на дорогу к ихнему респу. Макриди, Маквари, кто-нибудь из вас тут? Да. Я тут. Так, ты, Маквари, был ближе к центру тут. Ходил? Да. Тогда ты на детской площадке, помнишь стеклянный дом, где... Так, он прибежал на нашу на дорогу, которая ведет к ним на респ. Ты садишься туда и простреливаешь. Туда это еще где куда... еще остов машины есть? Перед ним. Не знаю, короче, увидишь дом, найдешь его сам. Он прям на сам перекрестке. Ну, на перекрестке почти, да. Он смотрит к ним на респ. Вот эта дорога, которая ведет с респа до флага, ты должен простреливать. Макриди будет ходить в атаку справа совсем. То есть дорог, это такая Феликс... стекляшка, да? Ну, найдешь, ебаный в рот. Если не этот дом, какой-нибудь ищи на прострел. Хомерок, у тебя то же самое. Тот дом, где, помнишь, мы первый раз выковыривали скифа долго? Mm-hmm. Второй этаж простреливается направо, тебе туда. Филипп сходит далеко полево. Я буду ходить под тобой. Пока так сделаем. Просто, соответственно, этажный дом. Ну, я там, в принципе, буду. Я не буду этот раз канал спускаться. Какой этаж, который этаж, давай возьму. Блядь, там, конечно, с позиции мне не очень нравится, пиздец они там. Есть глухой дом слева от флага, вот у нас сейчас будет. У него только один вход-выход. Вот он маленький, помнишь такой? Да я примерно так помню. Ну сейчас посмотрим. Там не, на дальняк мне неудобно стрелять, пиздец. Не умею. Тут не, главное не дальняк. Тут сейчас главный флаг. Ну что там, Филипс будет? Кто? Молчит пока. А, заходит. Все, нормуль. Закрыл. Там готово, нет. Ебать у них лагерата нахуй. 160, блядь, 127, охуеть. 183 нахуй. 183, он замерит. Это поначалу пока заходит. Фу, это же этот наблюдатель. Не, да вот галактик, ДДТ, блядь. Не, это я вижу, да, у них. Да похуй. Тут ничего не исправить. Тут можно выебываться, может нет, это все равно не поможет. 150 же максимальный финт, нет? Кстати, я что-то увидел разок, что этот умер, подсок. Дважды. А, два, дважды умер. В самом начале и где-то... Это хуйня. Там если умрёшь, скорее всего, ещё раз спектатор будет. Бля, пидорская карта на самом деле, блядь. А мне нравится, закемпериться. Не, карта хорошая. Не, ну на фоне того, что ну, можно так пройти по, это, без палева, как говорится. Можно, да. Ну, надо не вафлить. Она прям такая, и длинная есть, и лабиринтики есть, и есть где постреляться. И КС и Battlefield. Ну, проблема, что очень трудно флаги вытягивать. Ну, это да. Это хорошо даже. Нет, тут даже не столько вытянуть сложно, сколько донести. То есть можно алгануть по центру, попробовать. Но всегда есть шанс, что в спину отхватишь. Перекрывать надо по-хорошему, когда флаг забирают. Ну, тут на все силы может не хватить. Если там на других картах городских просто можно там, блядь, за домиками как-то змейкой побегать, блядь, от врага, то здесь, в принципе, такое не получится. Здесь с каждой стороны есть по длине, блядь, где прострел от флага до флага почти. Так, а что, все тут? Фрости, Филипс? Да-да. Я тут. Аквари, Макриди. Я тут. Угу. Там какие-то метки хотел поставить. Какие я? Да. А, ну ты-то знаешь свой дом? Да. Так, вот он, по-моему, Маквари. Так, канал зеленый, синий. Или вот этот должен видеть хорошо. Или вот этот, видишь, две точки? Да, понял. Какой-нибудь там сам выберешь, какой тебе удобнее. Главное, блядь, что-нибудь простреливать. Дальше особо не уходить. Только в случае, если прям все супер удачно идет. Тогда да, вы срываетесь с камером и бегите. Я возьму Макс всегда. А с кем я полево похожу? Ты пока ходишь самое лево один. Угу, я хожу лево-центр почти.
Он сейчас просто наш флаг покажет. Смотри. Вот, справа, видишь, у дороги прям одиночный. Вот этот вариант. Маяк, mm-hmm. но маяк граната залетает. Или двухэтажный, выбирай сам. Ущ, у нас будет проход. Вот этот дом, который сейчас нарисован за флагом, это проход с канала там есть. Двухэтажку возьму. Для начала. Слышали, да? Двухэтажку. Mm-hmm. Не забывай, когда двери на первом этаже закрывать. Да, обязательно закрывай. Я слушаю. Кстати, напоминаю, что они зеленые, а мы белые теперь. Старайтесь, блядь, вот, особенно враг близко, блядь, заходите вот так вот. Он говорит, пиздец, гады, охуенно, еще какой-нибудь хуйни. На ежоге, блядь. Сейчас гляну, он желтый сразу просто. Бля, окно выбью сейчас. Она не выбивается. Так, не, как. Так, один слева по каналу. Канал выходит. Лабиринт включается сначала. Да ну нахуй. Пуля вроде нормально прилетает. Лабиринт есть. Ага. Я сейчас под тобой хамеру. Оп. Я просто умер. Странно. Я бежал по центру, бля, и умер. Прострел отсюда, конечно. Ищи другое место. Так, хомерок, слышишь его? Нет, пока. Сейчас гранату кину, он там. Блин. Я прохожу. Одного слева убил. Ищи хомерок, что хочешь. Нужен прострел. Прострел направо, да? Да. Можешь хоть вперед, вперед, блядь. Неудобно его. Прохожу в канале. Так, в детском не беда. Так, я слева от моста у них. Немножко правая часть вижу. Могу поставить, в принципе. Я слева у моста у них. Кто под нами? Обратно. Ага. Не знаю. Кто-то в сторону флага канала прошел. Я выйду из дома, пройду обратно. Ага. А, баскетбольный. Вижу его. Я справа в скалах пока. Не убил. Кто у меня будет? Я и враг. Заплыки. Блять, заглухи. Убил на баскетболе. Вот он на тебя сейчас нахлоп. За, короче, этим. Филипс тоже на флаг. Не маяк, как он там? Маяк. Бегу на флаг. За меня, он нормально. Я тебя заменю пока. Лечусь. Я без ног. Еще выходит один. Так, это нет, конечно, никого вообще. Слева. Слева на баскетбольном один. Я уже в их сторону прошел. Слева на баскетбольный. Как да, это у них. Это у них. А. Респ. Я выйду на лево, край. Ой. Нужно тебя фрости. Кто их флаг еще? Справа по краю проходит, слышал. Ты? Нет, пока садись. Здесь, да? Все, я пошел. Справа по краю никого не вижу. Он еще... Тройки подходит враг. С левой стороны. Так, я слева у стройки, у нас нарез. Меня ищут. Так,
Дом с лесами за ним. Слева справа. Прям за ним был. Понял. Ага. Спасибо. Бля. Шестой снял одного. Еще один. Так, кто к нашему флагу подходит сейчас? Враг. Откуда он подходит? Прям с центра. Блять, свой, не свой. Я, вон на респе. Слева на респе я. Блин. Возле флага. Справа в доме. Да. Ага. Ты что, возвращаешься? Я возвращаюсь, да, к флагу, смотрите, кто там. Где еще раз мы клеим? Я пока на тройке сижу, около... Дом справа от флага, принял. Второй этаж. Понял. Я у флага. Я захожу в двухэтажный с очка. А, тогда пошел по своей. Внутри? Да, дром был. Есть. Иду к тебе, Ханя. Так. Справа вдалеке. Справа вдалеке мы пили. Понял. Рудик, дом между гаражом и лабиринтом. Он в углу за каменной стеной. В красный контейнер. Сейчас поищу. К желтому подошел. Тихо. Перепутал, извините. У меня здесь. У меня. Меня снял. Видел? Его не видел, сейчас жду его. Разрушенный дом одноэтажный. Он внутри, да? За южной части. Нижняя, по карте. Справа слышу, но не вижу. Он где-то на уровне камней. Не, не дошел до этого. Снял его. Пока сижу тут, жду. Где-то галактический. Да, может быть. Жду вас. Где-то уберите капусту. Спустился вот ко мне он. Куда дальше? Я спустился. Скорее всего, он тоже. Так, канаве убрал и у дома того помнишь, игрок? Так, это не он. Около дома. Размен. Все, понял, иду. Все, я прохожу дальше. Я не вижу, может там еще второй был. Галактика, так не убили. Нет, он, видать, кемперит, потому что мы всех уже убили, по сути. Да, у них ДДТ начал ходить. Я продвигаюсь вперед, мне еще не видно. Я подвигаю дом за флагом у них, я сейчас. Буду заходить. Так, я напротив флага. Здесь кто-нибудь был? Напоминаю, защитить. В доме справа, на втором этаже. Детская у нас есть кто-нибудь? Нет. Слева один есть у меня. Центр лево. Блять. Попробую его снять. Он центр лево или... Центр лево, забор, да. Лево по краю. Да, на длине примерно. Я у них на флаге. Тут топот. Еще кто есть? Я далеко. Слышь, стоп. Блядь. Настройка у них. Так. Зеленый проходит, одноэтажный, блядь, разрушенный, возле флага. Слева Филлипс, он к тройке подошел. Подбегайте. Бегу. Понял. Блядь, меня
зажали. Слева одного убил. Флага. Так, я за флагом. В районе тройки двое. Понял, слышу их. Канале кто-то. Размен и кого-то убил. В канале кто-то. В канале кто? Слева еще один у нас. Рядом нарезки еще один. Я у нас прям на флаге в трубе сижу. Люминатус у нас нарезки слева. Есть кто еще? Нет. У них настройки врага еще. Слева где-то? Или справа? Где дома? Справа где-то. Кто сейчас слева у нас ходит? Слева глухой. Точно? А, центр я? Канала, центр канала. Я глухой, здесь пусто. Центр канала, может, жесткий. Может, моя слышь будет где-то. От двери сейчас слепело? Да нет, ничего, мне далеко было сейчас. Но я пока тебя тоже страхую. Разменял. Я же сказал, в доме, который есть. Так, скиф в канале, если не ошибаюсь, как его матлили. Пишу шепот возле двухэтажного. Оба точнее. Подходит. Оба, к флагу подходит. Флагу подходит. Прям с центра. Побегу по центру канала. С канала, что ли? От тройки идет. Так, под твоим хвостом. Двое! Там двое. Одного убил. Так, я потом возвращаюсь, Сейчас попытается очка вроде. Слышу. Зачистите. Я на маяке. Хомерок, да, вот этот дом просто проверь. Так, я сижу на флаге. Я вот... Так, он около этого дома. Двухэтажки. Я там вот забор убрал. Еще скиф. Скиф убил. А, убили? Да, я убил. Я пока сижу на флаге. Проходит. Все, от флага наш, да? Надо отдавить, да. Жду тебя, Фрости, иду дальше. Пытаюсь их флаг взять. Займу дом тройки. Оба, у тебя хаммер тройки есть. Возле лесов. Не убил его, он ушел на юг. Налево, от дома. Я слышу его. Ты подходишь просто. Так, центр убил. Так, я двухэтажку пойду. Опа! Двухэтажки, Рудик. Понял. Смотри, флаг. Прямо на лестнице сидим. Сука. Я подхожу к лесу. Я закрыл дверь. Убил его. Блять. Нет. Я за это. Бегу по центру. В двухэтажке Макриди враг еще в нашем. Да, он на втором этаже. Да, на втором этаже. Я первый мост, который. Просто на него прямо. Убил его. Кто к гаражу побежал? Я подхожу. С обратки, да, получается, с их стороны? Да, возвращаюсь к тропу. Жду тебя. Центр убил. Опа, бери флаг. Ай, вернули. Я зашел. Все, я пошел. Моя хрена. Центр канала. Так, у них прошел. Полный кабин. Так далеко еще. Перебегай на правую часть.
Так, слева вижу одного. На длину выходит. Я еще на... Снял его. Ты как раз звук слышишь. Одноэтажный. Еще один филип прошел. Я уже дошел до их респа. Мне возвращаться? Размен. Блин, в центре убежал. Центр где? Снял. Центр снял. Принял. Так. Подхожу к их флагу. Я слева размен минус. Так, я подхожу. Чуть дальше пройду. Есть что еще? Слева в лабиринте а, есть. Есть. Я справа. Понял. Блять. Зайду в тот дом. По длине идет. Флага. До тройки. Прям. Принял. Кемпинг-флаг. Взял стойку. Давай. Двое сидят на флаге. Да, Сайс Кемпинг меня убил. Скиф около тройки должен быть. Я тебя убил, Маклей. Меня в центре убили на диск. Со стороны лабиринта скид. Прохожу мимо флага. Он рядом здесь с нами, осторожно. Как тебя не бить? Я угрожаю. В доме. Я в двухэтажном доме. Я в двухэтажном доме. Блять, отвечай, блять, быстрее. Я не слышу из-за пиздежа. Что слышно? О, он справа от тебя, он Хаммер. За забором. Да. Вот он, я его вижу. Сейчас работать буду по нему. Сразу слева за забором у тебя. С камней ебаш. Слева, справа налево. Угу. Да. Видел трассера. Еще его. Да, дальше ко мне. Дальше. Ой, да, спасибо. Да, дом, этаж, около, как... дом около тройки, Рудик, между тройкой и этой, блядь. Снял его. Между гаражом, короче, и ебаным лабиринтом. Он бил на камнях. Размен. А, нет, не размен. Нихуя. В кольце сидит с забором каменным. Далеко от нас? Подходит, по-моему, к гаражу. Ебашу. А другую правую выбери. Есть кому прикрыть? Будущее. Я возвращаюсь, я возвращаюсь. Не надо возвращаться. Так, зажёг дом. Блять, я раненый, не могу лечиться. Охуенно. Сейчас помогу. Накрытие сам скифа нормально. Блин. Респаун вышел, галактик убил. Ага, спасибо. О, кстати, доходите. Ага, с левой стороны, сука! Далеко? Нет, с правой стороны от желтого высовывается. Ага, от желтого это я видел. Так, я в глухой сажусь. Ну это не скиф, там скиф у желтого должен скифа быть. Убили. Тоже. Да потише вы, блять. Я вот поберем все. Здесь макар, я покажу. Вышка где, одноэтажная справа. Вот. Да, я тоже в их лабиринте. Смотри, стройка, сейчас буду брать флаг. Так, убрал его. Там... двухэтажном. Еще по центру выбегает пацан. Так, прохожу дальше, простите. У забора сейчас был. У тройки враг.
ДТ справа. Почти центр права. Ну, дождаться вроде, наверное, Макриди, мы говорили. Да не, они на пушке. Я уже охочусь на ДТ. Скалами дом. Вот там ДДТ. Который двухэтажный? Этот хаммер. Да. Тогда не подтягивай сюда. Надо с красной крыши. Понял, понял. Да, я посмотрел на ДДТ. Всем интересно. Все право похоже сейчас. Видите, дальше я тоже уже залетел. Хамерок далеко? На респе. Филипс. Слева камни. На длине. Так, у них у моста убрал. Перехожу направо, на детскую. Покажу прыг. Стройки есть. Снял еще одного слева. Дай пробегу. Блять, один в канал у них в центре спустился. Понял. Люди бери. Справа. Между гаражом, короче, и как его, блять, лабиринтом. Да, я опять на дом бегал. Вот этот дом вроде. Нет, не забежал туда. А, и по канаве один бежал, блять. Так, я слева у них на респе. Да, он прям вышел к лагу. Блять, он берет. Я возвращаюсь. Так. Он никуда не ушел. Двухэтажный. Двухэтажный раненый. Блять, один двухэтажный, один на флаге прям. Он все еще на флаге, быстрее. Хожу. Кидай гранату. Кидай гранату. Блять, он мог через канал. Справа разменялся. Нет, он не убежал. На. Он жив. Двухэтажный. Двухэтажный. Нет, Дензел умер. Дензел умер. Нет, подбери. Двухэтажный. Двухэтажный. Второй этаж. Ищите флаг, блять. Где он уронился? Не знаю. Гранаты на первом. Блин! Флаг прям на флаге. Угу, нормально. Кемпери, пусть. Вращаю. Пиздец. Еще кто-то есть. Бегум. Попробую, ладно, вернуть. Ты с правой стороны гляну. Пусть стены убило. Двухэтажка вроде. Я тебя на первом дверь закрою. Ты я подбежал. Меня убили у них на флаге. Кемпер сидит у них на порте флага в двухэтажном доме. Я дальше прохожу. Блять, он просто выбежал, меня срубил. Ебанись нахуй, даже его не видел. Блять, один в канале, один справа. Оба центр. Это не тот, это свистка. Раненый. Слышь, мы все застрелим, блядь, и все, флаг. Нет, если мы все сядем на флаг, нас выжмем. Ну хотя бы, блядь, двое. Я сейчас дальше. Что-то могу найти справа. Канал есть. Хаммер, я справа. Он под тобой. Канал убили? Нет. Убил, блядь, опоздал.
Филипп, один слева у тебя вдалеке. Принял. Вижу его. Снял. Справа их лабиринт. Я у них на респе слева. Справа по краю вижу. Блять, у них на респе. Завафлил. Еще 3 минуты. Один выходит с респа у них. Справа от моста убили. Я на мосту. Справа каменный. Двухэтажный. Второй этаж. Кифы так не было. Нет. Первый этаж. Он еще у них был. А, в яме. Вдоль левой стены один. Рудик, дом между гаражом и лабиринтом слева. Ближе к канаве. Подтягивайся тоже на флаг, как вы отреспишься. Я на флаге опять глухой сажусь. Нет, пробегай двухэтажный. Меня сняли слева. Первый этаж что-то держит. Угу, давай, я сажусь. Скиф убит, скиф убит. Блин, справа камни. Убили? Это скиф был, который... Да, 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 у желтого скиф был. Справа проходит уже. Все, возвращаюсь. У нас? Только мне, да. Понятно, я пока на фаре. Я вообще теперь сижу здесь. Бля, говорите, когда подходите к фуку. Второй кто-то... этаж, кто? Я. Угу. Наш мост. Прострел, ага. Вижу, он стреляет из-под камней. Так, кто у вас вообще? Я слева иду от флага. Сейчас кто умрет, снимите перед нашим. Справа дом. Наши дома проходят. Стеклянные. Макуарь, значит. Окей. Кто меня сейчас? Разменялся с Тимаком, слева у нас нарезка. Понял. Окей. Тебя надо заблокировать на случай, чтобы там никто не прошел. Может, только вход. Так, минус центр. Слева ты Димака снял. Так, Филипс, беги на флаг, сядешь в маяк. Угу. Надо сейчас, конечно, вообще нихуя не буду. Да ладно, вроде бы двух, чё и хватит. Да, не, последняя минута, как всегда, случается. Как бы не нашел, надо просто было сверху. Справа на стройке, справа на стройке. У нас на респе. Где-то в районе стройки, справа за каналом. Похуй, пробежал до маяка? Нет еще. Макриди, чего у нас? Кто в двухэтажном доме? Я еще пока справа. Кто-то за твоим домом бегает просто. Подхожу к флагу. Справа, где веранда. Убил его. Первый этаж. Так, маяк это водонапорная? Справа, да. Я слышу ходьбу. Это я хожу. Я побежал на их флаг. Справа за каналом есть один за мостом. Этаж. Понял. Ваш флаг не было. Я флаг вижу. 14 секунд. Есть. Блять, дали взять их не флаг, сука. В центре сидит. Похуй, бегите все на ваш флаг. Галактик на их флаге на стройке. До минуту. Мы все здесь. У меня 10 секунд. У меня минута была. Понос. Так, все. Не, понос это моя сегодняшняя игра. На, я просто как... Пиздец, у меня, кстати, почему-то отрицательный счет был, я сотрел. Хотя я своих никого не убивал. Это скриншотик сделайте. Сделано. Когда размен. Ссылочки, у меня пожалуйста. Три размена было, блять. Ну, или... Скриншотик, да? К тебе убивает, ты убиваешь врага, он гранату убивает, тогда он тебе минус считает. Пиздец. Блять, ну на нашей карте надо заставить их страдать просто, блять.
Не знаю, мне это нравится. Нормально, но нам, мы будем, скорее всего, с ними гравию в обратку играть. Потому что гравия у нас лучшая карта, а нашники, на удивление, оказались не так плохи, как были на тренировке. Да. Ну там другие люди были на тренировке. Надо их, блядь, просто закрошить. Гравия — это для нас лучший вариант. Блин, что-то, вот не знаю, играю на первую еще ладно, как-то, блядь, смог справа отстрелить. Сейчас там скрины. И на краюшке, и на вот этом, блядь, на тройке, нахуй. На второй просто, блядь, такое ощущение, что, Феликс, вот реально, с тобой бегаешь, такое ощущение, что ты отсутствуешь просто. Никогда не знаешь, слева, блядь, пройдет враг или нет. Я говорю, меня что, не слышно или нет? Нет. Я говорю, я слева у камней. Я нет, там, про... я там, ты, я ты подхожу, я возвращаюсь. Себя, нет, ты просто слева у камней там, блядь. Враг через тебя прошел, не прошел. Хуй знает, ты некоторых врагов я смотрю, пропускаешь. Я смотрю, так они пробегают, наверное, не там, где я вижу. Мне сказали ходить край лево. Я хожу максимально край лево и смотрю ну, это поле. Вообще если кто-то смотреть, проходит или кого-то я убиваю, большинство я убивал вообще-то, если вы не замечали. Ну не знаю, Филипс, ну реально. Филипс нормально убивал там, ну блять. Вот реально, иногда, блядь, вообще просто брали через центр, стороны, как я понял. Непонятно откуда. Причем ты там, блять, ну ладно, одного ёбнешь, а второй откуда там взялся, блять. Но я его не слышал, не видел, и откуда он туда прибежал, я не знаю. Хаммер. Я тебе говорю, вижу двоих, все, одного снял, раз с третьим меня ранее я разменялся. Я вообще понял, они с канала такое приходили, да? Не, они там ну, уже начали через лабиринт вдоль ходить. Канала. И вдоль канал канала. Ходил скиф нагло, остальные ходили вдоль, ну, в большинстве. Так, Филипс тут? Да. Надо его написать. Первое. Изи, блядь. Сейчас второе. Сейчас напишу, уже... что я читак, потому что в первый я сыграл. С таким счетом, да, это не важно. Был наблюдатель, они могут свои все наблюдения, так сказать, в попочку засунуть. Читак, не читак, это все, блядь, побегают пусть. А на второй не знаю, что вот реально, вечно, блядь. Они поменяли галактику и начали втроем ходить, и реально нас поджимали слева, пиздец как. Я дальше тройки ни разу не прошел. Кстати, Рудик, дом с прострела слева направо лучший получается, знаешь, какой? Не вот этот, который между гаражом ну и лабиринтом. Ну чё, там выиграли, нет? Выиграли, да. А КС будет, счетом? Рудик? Арка будет. КС. С каким счетом? 1-0. Ну, нормально тоже. Ладно, послан тогда. Послан. Послан. В общем, там каменный дом двухэтажный есть, Рудик, слева от этого, блядь, спидерского дома между uh-huh. гаражом и лабиринтом. Вот там со второго этажа с балкона простреливается направо. Единственное, что когда вот мне сказал, что типа не тупи, ты долго отвечаешь, где там бегаешь. Вот да. Да, ты вот реально долго отвечал, потому что я к тебе подхожу, ты говоришь, там враг. Я спрашиваю, блядь, ты в доме нахуй бегаешь, и ты просто молчишь, блядь. И да, вот когда это, Филипс, блядь, тоже вот так не делать, конечно, лучше, когда враг рядом и забегать прямо на флаг, блядь. Ну, тогда я тебе сказал, что я подхожу к флагу. А ты прям на флаг забежал. Ну, к флагу подхожу, на флаг. Короче, я не понимаю, Филипс, к флагу и на флаг. Вообще, Филипп, кстати, насчет момента, когда Хаммер тебя спрашивает уже второй игре, ты, блядь, вот говоришь, кто-то много чего пиздит. Не знаю как, учитесь, блядь, слушать просто сквозь все. Фильтровать. Да, да, потому что сейчас было чисто исключительно, блядь, ну, как информация по делу. Там была проскакивая, что-то маклили один раз пизданул, и все. Нет, так я вас давно уже сделал тише просто, я вас слушаю, да, и как бы мне слышны и шаги, и блядь, то, что вы говорите. Да, ты так слушаешь, что, блядь, через полминуты отвечаешь, ты в доме или нет. Вот реально, ты сказал, у этого дома враг, я слышу твои шаги, и по идее должен слышать вражеские. Я спрашиваю, ты, блядь, в доме, потому что сменились шаги с земли на пол, блядь. Счет тоже пиши, Филипс. И непонятно, угу. То ли ты, блядь, в дом вошел, то один ли враг. Один враг, НДМ, соответственно. Тачи писать не обязательно, когда есть угу. только, ну, флаг. Конечно, грушником, сука, ну прям вот это вот поражение вообще никуда, блядь. Да. Честно. Кажется, Филипсу надо в КСик играть, чтобы научился слушать сквозь все. Да нет, да, КСик здесь ни при чем.
Это просто, Это блядь. дело привычки. Мы-то, блядь, к этому говну привыкли. Особенно, когда нас там было, блядь, человек 20, и все одновременно пиздели. Надо просто, блядь, слушать только нужных. То есть ты знаешь, что там есть Макриди, Маквари, они справа. Но в то же время от времени вот у них проскочило, типа, я слева, или я кого-то увидел слева. Тогда да, ухом зацепило. Не, А ну как если... бы я так и делаю. Единственное, что просто, блядь, просто вот иногда бывает, что туплю я. Так, знаешь, протуплю пару минут, а потом у меня пошло. Не, это что, нам аватарки лишь поменяли, блядь, в тимлисте в складе. Не Где? думаю, приятная аватарка. Ну, когда вот заходишь на сайте на их Сейчас, кандидат вот. кстати, Егора А против что, поменяли? 8 будут играть. Ну, аватарку. Наши бы там были рожи всякие, лёлики, вот это жеребас был там какой-то отдельный, особо молодой человек там, разоряющийся. Да, Волги похуй. летящие. Лол-ТФ зарегистрировались. Серьезно? Они зарегистрировались, но уже поздно уже было. Да поздняк, конечно, куда они, блядь. В следующий раз, если он будет. Если только их единственное, как может быть, они сделают скидку, если они, блядь, ну, в ускоренном темпе будут отыгрывать со всеми. Если, Да соответственно, все там будут какой-то легион согласны. зарегистрировался, но я так понимаю, вообще не Это играет. он X, судя по всему. Да, скорее всего, Леон X. Блядь.